Всем привет, с вами Блейдер Чам. Сегодня тоже очень интересный видос, как всегда, потому что у нас всегда видосы интересные, да? Да. Ну и сегодня мы с вами распакуем, во-первых, Дранзера, которого у меня еще не было, единственный релиз Beyblade X, которого у меня еще не было. Во-вторых, это Дранзер от MQ. Наклеечки тоже идут. Я нашел свой нож. Надо потестить его против Флейма, потому что у нас есть Флейм, есть МКУ. Стоит примерно одинаково, особенно на Beyblade Championship. Очень недорого. Но интересно, что сотворил МКУ. Ну, во-первых, по металлу. Металл очень интересный. Тактильно. Тактильно очень приятно ощущается. Хотя я вначале думал, что нет. Но металл прям приятный. Пластик, не знаю, но вроде как по бёрсту, если смотреть, пластик все время у МКУ был получше. Если брать запчасти, то это все те же нужные запчасти. То есть те, которые увидели, это драйвер тейпер, как у Hellsight, Ratchet 380, как у Nightshield, ну и сам Dranzer S Blade. Давайте-ка его соберем и наклеим наклеечки, потому что здесь все-таки, как интересно он сделан-то. Ну, во-первых, Ratchet вставляется намного лучше, чем у Flame, и драйвер по ощущениям тоже. Вот так вот немного криво-косо я приклеил наклейки, но в целом выглядит нормально. Итак, наклейки. Не очень. Как видите, они вообще просвечивают даже немножечко. Ну и когда вы клеите их на волочок, они уже не такие яркие, как изначально на бумажке. Это минус. По качеству, пощупав его, скорее всего, оно лучше, чем у Флейма, но, по крайней мере, ощущается прям... Ну, прям ощущается лучше, даже в плане заусенцев. Никаких заусенцев нет, это класс. Давайте протестим против Wizard Arrow кратенько. Дранзер выбрался! Что? Дранзер выбрался! Но проиграл Wizard Arrow, но он выбрался, я вообще в шоке. Одним раундом проводим, поэтому нормально. Второй на очереди Wizard Arrow классический. Дранзер от МКУ меня, не сказать, что впечатляет. Может, что-то еще поменяется. А? Кто знает. Wizard Arrow уберет. Nightshield. Попробуем его. Спасибо. Давай по новой, Миша. Все хуйня. У него что, дисбаланс, что ли, сделан? Да вроде нет. Вроде я не вижу каких-то таких моментов дисбаланса. Давайте посмотрим против Hellsight, у него тоже биттейпер. Понятно. Они в целом два брата по вылетанию, по самоубийствам. Дело это любят. Давайте против Леона. Запущу его слабенько, чтобы он из центра не ходил. Теперь Леон попрыгал. Ну как-то на самом деле его немножечко проблема с балансом меня на самом деле смущает. В плане качества, мне кажется, он весьма неплохой, ну за исключением наклеек. Наклейки можно было сделать и получше. Будем его в любом случае еще тестить в фулл битвах. Но Дранзер в Beyblade Championship не единственный волчок, просто я решил его себе именно выцепить, потому что у меня Дранзера от Такаратоми, к сожалению, нет. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.